14-й этап, являющийся экватором нынешней Вуэльты, стартовал в Памплоне. Площади и улочки столицы Навары бывают полны не только во время велогонок. После отмены кориды именно здесь проводятся самые популярные бега от быков. Любители адреналина съезжаются со всего мира и стараются не угодить под острые рога. В пилотоне тем временем обсуждали результаты вторичной разделки. Российская «Катюша» прокатом своего капитана Хакима Родригеса была довольна. Шестое место в «Генерале» удалось сохранить, хотя новый лидер Альберто Контадор оторвался от пульта на 1,5 минуты. Новый день ставил новые задачи. На финише в среду гонщиков ждала 10-километровая гора первой категории. Время отыгрывать упущенное накануне. Сегодня у нас этап с финишем в гору. И каждый этап с финишем в гору мы будем пытаться отыграть какие-то секунды. До третьего места у нас тут совсем недалеко. 30-36 секунд. Так что все еще впереди. Разделку, для большинства не самую энергозатратную гонку, велосипедисты ехали после дня отдыха. Так что физически многие успели восстановиться. А кто-то зарядился еще и психологически. Например, Александр Колубнев, который понедельник провел в компании супруги и детей. Тут такая двойная компенсация. Конечно, всегда приятно увидеть семью. Но все же мы не на отдыхе. Даже учитывая то, что день отдыха, все равно нужно больше времени уделить именно самому себе, чтобы отдохнуть, восстановить силы, нежели чем увидеться с семьей. Естественно, не можешь себе позволить там с ними пешком пройти, где-нибудь прогуляться. Ну, по возможности провел с ними немного того времени, естественно, зарядилась позитивной энергией от детей, от семьи, от жены. Было понятно, что работа всей команды будет подчинена интересам Пурита. Главные разборки ожидались, разумеется, в конце 150-километровой дистанции. Об особенностях горы Катюше все было известно. Последняя гора очень сложная. Там, если разобрать по участкам, то где-то со второго до первого километра, то есть от минус 2 до минус 1, будет очень-очень тяжелый участок, где, в принципе, и планируется основная атака Йоакима. И есть тактически определенный ход, чтобы закинуть кого-нибудь из однокомандников вперед. Я думаю, что мы к основной горе подъедем группой с небольшим отрывом с небольшой разницей от отрыва. И постараемся, чтобы Йоаким сегодня выиграл, получил бонификацию. Как и говорил Александр Колубнев, на первой половине дистанции в отрыв уехали 4 человека. Среди них был неплохой горняк белорусский Риенко. Но по-настоящему далеко бегунок не отпускали. Команды фаворитов тоже хотели побороться за победу на этапе. 11-й этап завершился так, как и должен был. То есть финальной разборкой главных претендентов на победу во всей Вуэльте. План «Катюша» в целом сработал. Хаким Родригес в этой горе остался не в одиночестве. Ему активно помогали Даниэль Морено и Джан-Паоло Карузо. На финише всех опередил Фабио Ару, который сумел несколько секунд отыграть в общем зачете, в том числе и у Хакима Родригеса. Пурита пересек финишную черту одновременно вместе с Альберто Контадором и Крисом Фрумом. Так что он ничего не потерял относительно главного из испанцев в общем зачете. При этом Хакиму удалось отыграть несколько мест в «Генерале», и по предварительным подсчетам он окажется на 4-й строчке. Сергей Дерябкин, Александр Колотов, НТВ+, из Памплоны.